Ой, зима, зима, здрасте. Лето, а вы зима, зима у нас. Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте, Замира, Виктория, Леруса. Машенька, ну, Маш, ну ты хочешь, чтобы я поздравила? Вов, не скачи, ты мне сейчас телефон ручишь. Не ревнуй, не ревнуй, ну не ревнуй. Ну, блин, ну вот. Ну, вот знаете, когда я начинаю разговаривать, смотрите, он так ревнует, сразу начинает подлизываться, хочет, чтобы вот ему внимание. Ты с нами, мой родной, родной, самый. Самый родной, не ревнуй, ты, конечно же, мой мальчик, мой. Ну, тут я готовить же, Вовочка. Вы знаете, сегодня у Машиной подруги, у Наташеньки, день рождения, 30 лет. Я тоже должна была пойти, но я приболела. Ой, привет из Америки, привет, и Америке большой привет. Как вы там, дорогие? Да, сына, Леруся, сыночка. Ну, Вов, ну все, ты ж, я тебя люблю, ну дай поговорить с людьми, дай. Все, вот. Значит, а я себе варю супчик. А я вам скажу, значит, ну, как всегда, вы знаете, чего я люблю? Я люблю суп с фрикадельками. И вообще я люблю суп. И сегодня я прочитала, кто-то мне сказал, выгляжу. Ну, конечно, когда Маша отфотошопит, я лучше выгляжу. Я, честно говоря, приболела немножечко. Так, Артём. Что-то такое, Артём. Я не поняла. Мои дорогие, помахать вам? Ну, давайте я вот нажму помахать, помахать, помахать. Помахала. Вот. А скажите, а что значит помахать? Объясните мне. Ну, я не знаю, я помашу. Мне сегодня очень голова болит с утра. Знаете, каждый раз я встаю, вроде бы с хорошим настроением, но что-то такое бывает, случается, что у меня оно... я знаю, что нельзя, но все равно портится. Ну что, варю суп с фрикадельками. Смотрите, я уже картошечку себе почистила, морковочку. Все запускаю спокойненько. И вот какая-то девица мне сегодня пишет. Сегодня. И вот, знаете, я решила суп с фрикадельками сварить сегодня. Возьми меня, Машенька, сейчас возьму, только не ругайся. Сейчас я запущу капустку себе, а то я уже есть хочу. Сейчас капусточку. Знаете, что у меня была мороженая капуста? Подсолнышки. Светочка прислала. Ой, спасибо. Ой, Господи, ну разве тут запустишь? Сейчас, Машуль, сейчас, дочь. Я Наташеньку поздравлю. Я видела, значит, как они пришли. Там замечательные у Наташи и муж замечательный, Саша. Я не помню, но почему-то мы его всегда звали Миша. Почему мы его звали Миша? Не могу понять. У них замечательные дети. У них прекрасные родители у Наташи. Там мама работала всю жизнь, ну не всю, может быть, но какое-то время работала в филармонии московской, представляете? А папа, вообще выдающийся совершенно гений папа, гений у Наташи, ну, вот так вот бывает. Как говорится, родители не выбирают, и Наташа не выбирала. Но это просто гений. Не могу больше сказать про него, потому что, ну, как бы не могу. Сейчас я хочу вам достать зелень, ребятки, хороший. И он с таким юмором, если честно, я бы сейчас с удовольствием к ним, тетя, добрый день, наш хороший, Аленка, там все пишут мне, не болейте, зима, зима. Ой, и знаете, для супчика очень хорошо у меня сохранился укропчик. Я вот с этим папой, с Наташиным, с удовольствием бы сейчас, честно говоря, пришла за столом бы, выпила, потому что вот они очень гостеприимные люди, всегда встречают так хорошо, и тем более такой праздник вообще Наташа. Ну, Наташу я люблю как Машу, потому что они вместе учились 5 лет в консерватории. И знаете, был такой случай, когда... Маша как раз болела в это время анорексией.
И вот Машенька болела анорексией, и мы бежим с ней на экзамен. Я с ней бегу, потому что ей думаю, что-то у меня здесь сейчас. То ли кинза, то ли петрушка. Не знаю что. Ну ладно, брошу все равно. Бежим с ней на экзамен. Бежим на экзамен, а Маша, ну, сказать бежит, она не может бежать. Явно, что мы уже опаздываем. Мы опаздываем. И она прислонилась к стеночке, Маша стоит и пишет: Наташа, я опаздываю, там тре-те-те-те-те. И, короче говоря, вы можете себе представить, что Наташа, когда уже Маша даже опоздала, Маша пришла потом вот с трудом на этот экзамен, а Наташа за нее все написала. Можете себе представить? Она за нее, там музыка была, которую надо было слушать в наушники и отмечать, что это за произведение. Ну, вы знаете, как бывает, вот экзамен. И Наташа это все за нее. Кобра, как у вас дела? Давно не выходили. Да я побаливаю, коброчка. Это хорошая у нас кобра, она не кусается. А бывает, знаете, и ник вроде хороший. А, так вот, слушайте, мне сегодня... Сейчас я Машу хочу взять, чтобы поздравлю Наташу. Всех поздравлю. Подождите, давайте возьмем Машу. Маш, я не могу тебя взять, потому что... Не знаю. Вот. И Наташа за нее все ответила. Я вот Наташу эту вот прям благодарю. Мама! Давай возьмем. Куда я поздравлю? Вот смотри. Поздравляю! Наташа, тебя поздравляю. Наташа, красавица! Вот смотрите, это как раз вот та самая именинница. Вот эта вот звезда наша. Да, честно. Она родила двоих детишек, замечательных парней. Наверное, скоро девочку будет. Надо дождать. Да, может, всякое бывает, да. Надо идти за девочкой. Наташа, я так жалею, что я не с вами вместе. Наболтаю. Потому что, Наташа, прекрасно выглядишь. Вот такая красавица. Наташа, красавица. Сейчас красавица. Покажите. Ой, здравствуйте! Я так рада вас видеть! Ольга Дмитриевна, мы вас ждали! Мы вас ждали, думали, что вы приедете! Ну зачем так? Это выдающиеся родители, про которые я сейчас... Выдающиеся родители? О, сейчас я фильтр уберу! Это профессор, гений вообще! Мама Наташи работала в филармонии, а папа... Ольга Дмитриевна, вы меня лишили возможности пофлиртовать! Это гений. Да. Товарищи, вот чтобы вы знали, приглашаю меня вас на мое 75-летие осенью, в сентябре. Приезжайте с Машей, с Володей, и буду очень рад. Ну, ура! Я буду рада, как я буду тебя рада. Вообще-то прям совесть имею. Ура! Ура! Ура, да. И вы знаете что? И вот обязательно поднимите от меня тост за замечательных, совершенно потрясающих родителей. Я очень прошу от меня поднять тот за родителей. Я вот очень без фильтра, простите меня. Но... Фух, ой, извиняюсь, немножко замат. Сейчас, смотрите, какой, как здесь шикарно. Ой, Наташа все приготовила сама. Я это когда увидела, сама... Наташа, я когда увидела вот этот стол роскошный. Ириша, конкретно меня спрашивает, почему я не приехала. Ирочка, я болезнь, я не могу детей подставлять и прийти в больном состоянии к детям. Машулечка, ну ладно, вы спокойно гуляйте и пейте. И Сашу от меня... Давай, родная. Все, всех любим. Любим. И я вас люблю. Вы знаете, вот, я же побаливаю, я не могу. Я не могу детей подставлять, дорогие мои. Вот. Ну вот, слушайте, я хочу прям одно слово плохое сказать. Я не знаю, можно или нет. Привет, Луганску. Привет, мои дорогие. В общем, я много чего пропустила. Вы знаете, если честно говоря, вот сейчас я опять начала так взволнованно говорить. Маша, Людочка пишет, соскучилась. Так где она? Это, знаете, где? Она на дне рождения. У своей подруги, очень хорошей подруги. А, ну вот, значит, рассказываю.
потом расскажу всем, где она. Здоровья вам, спасибо, Ирочка, конфеточка. Вот это Индилайт. Индилайт — это мне, Анют, спасибо, спасибо. Вот правда, кто от души, я всегда знаю. Индилайт. Значит, это подписчица. Она не моя, наверное, подписчица, она просто, ну, как бы, которая пишет, что, а что делать, если не хочется жить? Ну, понимаете, она пишет. И вот когда ей не хочется, она начинает гадить людям. Например, она мне может сказать, чем вы болеете? Вы знаете, у меня насморк был сильный, чихала и немножко покашливала. Но сейчас мне получше. Но к детям я все равно не могу пойти. Это, я же все-таки нормальный человек. Сейчас соль возьму. Я же нормальный, я не могу подставить, ну, мало ли. Хотя мне уже вроде бы, я и с Вовочкой сегодня ходила, гуляла. Смотрите, я солила фаршик, у меня там кипит вовсю, кипит, выкипает прям, выкипает. Сейчас не могла включить. А как вы думаете, поперчить? Вы чего-то готовите? Да. Ну вот я вам говорю, Рычина, Ирочка, здравствуй, золотко. Люди, я готовлю, как всегда, суп с фрикадельками. И вот эта подписчица, она мне пишет. А что я пошла? А перец взять. Марш. Она мне пишет, марш к внуку. Внуку. Марш к внуку. Причем так в категоричной форме. Потом еще она мне еще написала. Идите быстро готовить борщи и печь пироги. Вы только и умеете, что готовить из индейки, из фарша, суп с фрикадельками. Ну, во-первых, я люблю суп с фрикадельками. Раз. И вот я думаю, кого можно заставить есть то, что он не любит. Во-вторых, она мне пишет там фарш какой-то, фарш, что я там делаю. Вот она мне выговаривала. Она, по сути, вот извините, я хочу одно слово сказать, матерное, можно? Вот давайте мы определимся. Может быть, оно не совсем. В принципе, это существует, насколько я думаю. Раз это слово есть, значит, у кого-то это есть. Это, знаете, слово такое. Привет, вас смотреть, Анастасия. Ой, здравствуйте, я вас уже запомнила. Вот я делаю фаршик, спокойненько так себе. Так. Здравствуйте, я могу, знаете... Можно говорить, да? Можно сказать это слово? Здравствуйте, из Беларуси. Знаете, бывают мушки, а говорят, бывает еще... Я никогда лично не видела и не сталкивалась. Бывают мандавушки. Вот я считаю, вот она – это слово. Я ее все никак не заблокирую. Варечка, здравствуйте. Никак не заблокируем. Кто-то мне там пишет, я потом включу. Я сейчас не могу. Вот смотрите, я делаю фарш. Не могу никак. А вы лучше в завуалированной форме скажите слово. Вошка, которая, я уже сказала, его, кстати, обитает в нижних частях. Вот бывает вошка на голове, а бывает ниже. Ну, я не знаю. Я уже сказала его это слово. Я все-таки выразилась и сказала. Вот какая-то, извините, прям хочется сказать слово без вошки, а прям вот так вот. Без вошки хочется сказать, правда. Ладно, а то вы будете ругаться, что я ругаюсь матом, вы на Машу не любите. А я бы хоть скажу. Короче, сейчас я сделаю... Оля, кто? Ой, вы написали? Спасибо. Спасибо, что вы написали. Я не расслышала слова, это не Маджи. Ну, здравствуйте. Посоветуйте, как мудрая женщина, как пережить разрыв, развод с мужчиной. Очень тяжело. И это поначалу тяжело, а потом очень даже, ну, привычно. Знаете что? Не надо переживать. Я сегодня прочитала один пост у кого-то, и говорят, да дать ему под зад этому, который вот там, ну нет, ну не каждый, может быть, у каждого так, дать ему под зад и сказать, о боже мой, ну пусть кто-то другой теперь с ним там мучается, но это я прочитала. Прочитала у кого-то. Знаете, я налепила фрикадельки, как котлетки. Ну, специально.
может быть, специально, знаете, для чего? Чтобы не морочить голову себе. И подумала, мне надо поесть. Правильно сказали? Да, всем хороший вечер. Оля, мандавошка не мат, а вредное насекомое, кровопийца. Слушайте, ну вот это она. Я вам потом скажу, кто. Я, правда, ее... Она... И знаете, почему я на нее обратила внимание? Значит, вот там пост у меня, что меня вот пригласили. Ольга, рада вас видеть. Ой, спасибо, Ирочка Панина. И вот там Марина Тристановна, ну, все знают Марину Тристановну, выдающуюся женщину из «Дома-2», мама Таты и бывшая теща Блюменкранца. Она стала меня защищать. Я думаю, от кого, от кого? И прочитала. Здравствуйте, Олечка. Маша пропала, почему выход? Красавица моя, Маша мне пишет. Маша, ты моя красавица. Маша, вот если честно, я так вам вот по-доброму, прямо по-доброму завидую. Вот так хорошо там сидите. Все красивые. Я очень люблю Наташиных родителей. А, у тебя там, ну ничего, простите. Ага. Вы знаете, что... Очень люблю, потому что у нее, я вам серьезно говорю, отец выдающийся. И вот он меня пригласил на 75-летие. И если я буду вообще ну, в состоянии, я бы очень хотела к нему пойти. Вот поверьте, вот очень. Потому что, ну вот нравятся мне родители, очень нравятся. Очень, очень. Папа, если бы знали, я каких-то вещей, может быть, не могу рассказать таких. Бросай, смотрите, фрикадельку какую сделала. Лошадиную. Лошадиную. Да неохота морочиться. Сделала их вот как котлетки и поем. Вовочке дам одну. О, любит очень. Так, я вас... Так, Машулька... Машулька, да, вы ставите вопрос. Нет, 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 нет. Вы знаете, я считаю, каждая женщина, вот каждая, достойна ходить в ресторан, каждая. Питаться нормально, причем я это на полном серьезе говорю вам. Хочется, чтобы каждая женщина могла позволить себе. Сейчас я налью еще водички, что-то мало мне не хватит. Я люблю, знаете, больше всего бульончик. Вот мне не гуще, вот некоторые любят густой, а я люблю бульончик. Здравствуйте, Маша, потом выходи в эфир, а то соскучились. Конечно, выйдет моя хорошая. Так, сейчас вот я все. А, знаете, что я еще? Я ведь купила лотерейку. И не знаю, как проверить. Как у вас убрали? Хорошо, Людочка, убрали. Потому что, вы знаете что? Окна я сама мыть не могла бы. У нас окна чистейшие, окна. Видите, как там красиво. Прям белое все. А тут нам сделали химию, химическую дивана. Тоже хорошо. Слушайте, я сейчас хочу и думаю, что это петрушка у меня или что? Кинза. Ну вот. А что нет? Я брошу кинзу тоже. Брошу. Так, а то она у меня уже, раз она у меня уже это. Я люблю очень зеленью все. А, и супчик. У меня как бы получились вот супчик с фрикадельками, но с капустой. Капустки немножко положила. Знаете, мой муж говорил, что немного капусты положу. Обязательно укроп положу. Все это будет у меня вариться вот с укропчиком. Вот укропчик у меня, видите? Так хорошо пахнет. Ну, что-то не очень хорошо. Может быть, не стоит его класть. Так, сейчас. Это мышку положу, наверное. Вот у меня в блюдечке еще петрушечка. Вот она высохла. Вот петрушечку положу. Пускай варится петрушечка. Что-то мне укроп не очень понравился. Что-то. Обязательно положу. Вот приготовила уже лаврушечку. Без лаврушечки никак нельзя. Знаете, почему-то укроп как-то странно пахнет. Непонятно почему. Не знаю. У меня очень болела голова. Жарко в Жигулевск, привет. Давай. Очень. Теперь ты мне сказать про уборку. Убирали профессионалы. Вы знаете что? Даже если бы сказали. Вот такое пишут иногда.
например, мне написала сегодня. Ну, она ведь написала, а как попасть в топ-100? Причем написала... Ну, я не знаю, почему она мне написала, например, не директ, а прямо поэта. Знаете, мама Уманского. То ли она это написала мне с... как это, с приколом, то ли что. А, кстати, меня в прошлом году звонили и приглашали на конкурс красоты, представляете? Нос заложен у вас, наверное. Да, я же вам говорю. У меня с носом проблемы. Так, нос заложен у вас, наверное. Вот. Меня приглашали на конкурс, ну, после, естественно, там... Есть молодые, а есть вот старые, как я. И меня туда приглашали. Но, естественно, что-то я не помню, ну, я не пошла туда, не пошла. Потом меня еще приглашали в журнал. Еще в два каких-то еще номинации. Но я не ответила. Мне нравится... Ну, правда, хороший очень блог Magazine, там замечательные вот эти вот организаторы. Они, я у них уже была, Маша, когда награждали. Это очень замечательная организация, там прекрасный блог Magazine. Так, прекрасно сейчас. Не старый, взрослый, знаете? Да, говорят, мне одна врач сказала, надо говорить не старый, а какого-то интересного возраста уже. Это правильно. Да, привет, а где Маша? Машенька, на дне рождения. Наташенька, спасибо. Ну, вы понимаете, меня удивляет, как люди вот могут говорить плохо, и я думаю, почему? Вот сразу выкидываю индивидуальную, все это выкидываю. Ведь они сами станут такими же. И ведь главное, что у них наверняка родители в возрасте тоже есть. И вот и сами они будут больше. Ну, нет. Дашь уже, дашь. Потому что Маша меня, видите, фотошопит. Вот это сейчас я без всего вышла к вам. Мне все время соли не хватает. Конечно, я понимаю, что я бы, знаете, хотела супочку, обязательно селедочку. Но если я пойду к селедочку, мой Веденеева, вот, пишет мне, кто это еще? Латарасова. А, Шела Тарасова. Людочка в своей. Да. Мама Уманского написала, как попасть на этот журнал. Я сама не знаю, как, почему меня пригласили. Ну, что-то увидели. И Маша мне говорит, мама, ты там должна сыграть. И я сегодня озадачилась, вот что мне сыграть. Потому что я же не занималась. И вот так хорошо, если мне придется сесть за инструмент, поиграть. Спасибо, Олечка. Слушайте, я, наверное, уже ложку вот такую столовую положила с соли. Они чуть не соленые. А вот, спасибо большое. Огромное спасибо. Вот особая благодарность вот за точки. Понимаете, это ведь... Человек эти точки, сколько он ставит, это такой труд. Не написать что-то, именно точки, это какой интеллект должен быть, ребята, какой интеллект. Так что там пишет Наталья, добрый вечер, недавно писалась на вас, Машенька, хотя давно, наверное, рад нашему знакомству, берегите себя, Натали, спасибо большое. Ну, это мое 13-е как раз число нашей семьи любимой, у нас очень многие родились 13-го числа, вот не поверите. Значит так, моя сестра родилась 13-го, мои внуки родились 13-го, моя племянница родилась 13-го, ее сын родился 13-го. Ну, естественно, все в разные месяцы родились, но это же вот, понимаете, и главное, это моя невестка бывшая, она тоже говорила, сейчас я хочу, знаете, сесть, если вы не против, я посижу немножко. Я опущу вот этот вот. Вот такой. Ну, я могу, знаете, как опустить. Нет, мне очень... Так, мне свет падает, дорогие мои.
На меня вот Натали, Натали моя, вот как... Ну, все, вот там я хоть хорошо была, а здесь мне очень светло. А вот если так, Вов, не ревнуй. Не ревнуй, я тебя люблю больше всех. Не ревнуй. Очень ты... Ну, ложись, полежи. Ложись. Ну, ложись. Ложись. Вот и все. Так, я сейчас что-то много пропустила всего. Так пишет Юлечка Ольга Дмитриевна. Я скачала Инстаграм, чтобы только с вами и Машей общаться. О, Юля, 6205. Смотри, как приятно. Боже мой. Ну, огромное спасибо. Что я могу сказать? И вы знаете, от меня сейчас отписались, наверное, вот из-за того, что меня пригласили вот в этот журнал. Ну, вы знаете, что со мной всегда находятся только люди, которые... Ну, замечательные мои подписчики. Спасибо. Ой, хочу дальше. Так, Ирина Воланчук, да? Ну, спасибо. Чик, опять тут точки. Ребят, ну как же вы не понимаете? Ну, если человек ставит хотя бы даже точки, работают извилины, мозги, все, он умеет писать. Хотя бы точки ставить, это здорово. Вас... Реально стильный, всегда ухоженный. Ириш, конфеточка, спасибо. Так, Елена, Володина, Мальшева, да? Мальцева? Мальшева. А что вы готовите, Алиса? Я готовлю опять тот же свой любимый суп с фрикадельками, только я его готовлю с морковочкой еще и с капустой. Это у меня сестра, она всегда вот как-то любит овощи. Батюшки, вот знаете, он... Ну вот он ревнивый, очень ревнивый, невозможно с ним. Он очень, вообще, мужик такой ревнивый оказался. Он не должен бы, конечно, Вова. Ну, ревнует. Так, Екатерина. У меня тетя муж шелк молодой, прошли 40 лет, теперь хочет вернуться спустя 10 лет. Ну, если она его примет, пусть, конечно. У меня таких случаев много. Ну, бывает... И другой случай. Ладно. Спасибо, Ирина Воланчук, спасибо. Я тоже 13 сентября. Вот, Натали, видите, тоже 13 сентября. Из Молдавии. Вы молдаванки такие красивые. Очень все. И вы, по-моему, тоже. Вот так я вижу вас. Маленькое окошечко, но я плохо вижу. Так, зима-зима мне шлет. Людмила. У меня внучка родилась 13 января. Ну, вот видите. Ну, и это хорошее число. Это хорошее число. Ольга Дмитриевна, женщина. Спасибо, Юлечка. Привет, Марина. Марина, привет, привет. Томик, Томик. У моего Томик звали мужа моего брата. Ну, лежи. Я с тобой разговариваю. Нет, я не с подписчиками, я с тобой, мой хороший, с тобой. С тобой разговариваю, лежи, мой золотой. Не успела все. Видишь, люди всегда с вами. Ваши люди всегда с вами. У вас привычка всегда говорить, а знаете что? Да, правда? А знаете что? Ну, может быть. Я не замечала. Да? Вы-то всегда все замечаете, вы знаете... Удивительно, да. Ой, Господи, сколько красивых. Всегда будет хорошее настроение. Золотая женщина, милая. Ой, спасибо. Знаете что? Я промахнула. Ой, и попала на звезды Монро. Леди Настя. Заушникова Александра. Александрочка, я вот не могу начать прочитать. Ну, извините, очень спасибо. Яна. Наталья. Опять звезды мне шлет Марина. Я не все смотрела сторис, как вы Вовочку искупали, да? Ну, он такой хороший. И я вчера иду с ним. А мне говорят, ой, как у вас Вова блестит. Как Вова блестит. Я говорю, да я его только искупала. Вы знаете, вот смотрите, обратите внимание, он мне прям смотрит в глаза на меня, видите? Это он прям уставился на меня и смотрит. С ним я разговариваю или не с ним? Ой, хитрый. С тобой.
с тобой. Добрый день. Что будете делать? У Маши когда день рождения? У Машеньки в октябре. Я варю суп себе. И как это не нравится одной девице. А, ты к девице, которая мне сказала, вот это слово марш, ну вот это вошка. Я думаю, ну, по крайней мере, на этом у Маши, да, ой, Крис, спасибо. Натали, спасибо. Здравствуйте, Наташенька, здравствуйте. Как у вас там погода? Сегодня шикарно, может быть, поэтому у меня так голова болела. С утра я встала, ну, сначала еще не болела, потом там я порастраивалась, и у меня так заболело, и начало бить в голову от расстройства. Я думаю, что я расстраиваюсь? Нельзя. Нельзя ни из-за чего расстраиваться. Все пройдет. В октябре какого числа? 15-го. Да, это любовь. Он меня очень любит. Очень. Он меня так любит. Если особенно Маша мне вот сейчас звонила, и он услышал ее голос, ну, тут же на колени, чтобы я там, я с вами прям, Яна, Яночка. Ну, спасибо, дорогая Дарина, здравствуйте. Николаевна, Анастасия, привет, Маша, такой. Что-то я хотела написать. Ага, слушайте, я же купила опять лотерейку. Я все не теряю надежду выиграть. Дом, или что тут? Дома, автомобили. Я как бы поддерживаю, выходит. Я делаю вклад в развитие спорта и физической культуры в России. Ну, вот. У нас же поддерживает Владимир Владимирович, спорт поддерживает, я тоже поддерживаю. Это правильно. Спорт нужен, мы должны быть все сильные. Нация наша должна быть сильная. Такая, не то, что вот в Америке, там, знаете, они питаются черт знает чем. И толстые все очень такие, беспредельно. А у нас нормальные женщины. Я вот была когда в Мексике, мы такое с Машей видели вообще. А вдруг выиграете? А, ну вот, смотрите. А может быть, вы посмотрите сейчас кто-нибудь? Машулечка, здравствуй, доченька, здравствуй. Посмотрите кто-нибудь, вот выиграла я что-нибудь или нет, или как мне найти. Розыгрыш лотереи был вчера, но я не нашла. Маш, привет. Да, сыночек у меня. У меня сын золотой. Поверьте, золотой. Умница. Он все делал сам. Всего добился сам, абсолютно. Но вот когда мы его обучали музыке, учили музыке много. А потом он, когда закончил, говорит, ну все, это я для вас отучился, а теперь я буду заниматься, чем хочу. И он захотел пойти на авиационный институт по математике. Он пошел, причем мы думаем, как. И вот... отдали его, спросили, что у него не то, пошел когда на эти, ну, по-моему, на курсы какие-то. У него оказалось, что-то, мы спросили, чего ты не понимаешь? И он говорит, вот чуть-чуть физики, по-моему, вот не помню. Ну, что-то ему, и сказали, что у него все в порядке. Дай Бог вам здоровья, вы большая умница, Яна, Наталюха, спасибо, у вас очень красивые дети, Ириш. Да, дети у меня, они очень умные, Сережа вообще, 3 образования у него. Маша очень умница, необыкновенная. Даже спрашивали, в кого такая умная. Ну, потому что мужчина вроде должен быть умным. А в кого такая Маша? Ну, она, наверное, в папу, я так думаю. Лотерея, пусть Машуля. Там есть сайт. Да я сама открыла лотерею, хотела. И не нашла. Вот, смотрите, вот. Не нашла. Тут и номер написан. Причем, знаете, что я вам скажу? Я покупала. Теперь у меня спрашивают, где... вот, 100, что 100 рублей, что в каком магазине я купила. Господи, смотрите-ка, 2 чека дают. Игровая какая-то комбинация чего-то. Я не знаю, что это игровая комбинация. Поле, игровая комбинация. Какая игровая комбинация? Смотри. Не знаю, в общем. Цена электронного билета 100 рублей. Так, дальше все пишу. Да, извините, что я прохлопала то, что мне писали, что-то про мужчин. Как считаете, обязательно ли быть замужем? Разочаровали мужчину, хочется быть одной. Значит так, Мария, да? Мария,
пока побудь одна, а потом, когда пройдет какое-то время, да, мужчины сейчас многие разочаровывают. Для меня, например, очень важно, чтобы мужчина был умный, добрый, благородный. А сейчас, ну, как бы, благородство – это очень такое качество, ну, редкое, наверное, редкое. Да, Бог будет благородный, не очень благородный мужик. Ну, такой золотой, такой хороший. Так. Поэтому вы пока побудьте одна немножечко, а потом у вас пройдет время, и наверняка кого-то встретите. Вы знаете, я сегодня вот иду с собакой, и вдруг мой Вова находит себе такую гончую, не гончую, но я их люблю очень, такая рыжая, большая, охотничья. И, знаете, такой мужчина с ней хороший гулял. Ну, наверное, моего возраста, постарше, он так вот разговорился, стал хорошо так говорить для про свою собаку. А потом говорит, я говорю, с вами спит? С нами спит, собака спит с нами. Говорит, когда я ухожу на смену, спит с женой. И я думаю, вот видите, и он молодец, что он сразу говорит, что он с женой, там, что жена есть. А некоторые, вот, знаете, гуляют мужчины, заводят себе знакомство. И видите ли, вы попали в тот самый красивый Шевцова. Да, спасибо. Подскажи потом маме, все написано. Где, скажите, что опять кто-то у меня, да? Подскажи потом маме, все написано. Может, опять что-то про меня плохо пишет. Ну, вы знаете, вот Марина Тристановна, я расстроилась, что она стала меня защищать от того, что там... Неважно, не хочу опять расстраиваться. Вова Важеве? Да он со мной спит даже. Конечно, он же даже со мной спит. Вовочка мой, скучаете? Так. Вов красавчик у меня. Спасибо. А вы всегда? У меня как-то была кошка. Звали ее Бисерка. И у нее были глисты. Или что-то у нее были, или шаи, что ли, были. И я не помню, куда она потом пропала. Я когда еще маленькая была. Ну, Людочка, на лотерейке все написано. Доброго дня, Алена. Привет из Дудинки. Привет. Вот знаете что? Вот я знаю, есть такие провокаторы. Вот вы как раз провокатор, дорогая моя. Вот вы провокатор. И я думаю, кто же это? Я сейчас ее, хотелось бы мне, я сейчас ее запомню. Потом я ее узнаю, где она. Ага. Вот знаете, есть, и причем они хотят спровоцировать. Да нет, Машин парень. Да нет, Маша, нет, конечно. Ну, как вы думаете, ну кто может в нашей квартире жить, кроме меня, Маши и собаки? Нет, конечно. Да, в блок. Наташенька, ну, на вы обращаетесь, не стыдно? Да, а вот правда, вот знаете, есть такие вот неприятные люди, они хотят мне доставить неприятность, вы понимаете? Специально же она это пишет. Видите как? Ну, и вот, а зачем? Видите, она как говорит. Уроды конченые, ну разве можно так говорить? Вот разве можно? Вот кто вы такая? Вы давайте вот выйдите со мной сейчас в эфир и поговорите с подписчиками, со мной. А вы же можете только гадости говорить. Вот это, как ее Гверты. Ну, я даже не могу ее прочитать. Я потом посмотрю ее. Татьяна, мне кажется, вас. Вы знаете, ну а меня-то чего? Меня чего? Мамолечка, никаких переживаний. Эти провокаторы пусты. Да, вы знаете, мне так было плохо. Мне так сегодня было очень плохо. С головой совсем. Я поплакала с утра. Так, ну и спасибо, Ирина.
Бланчук, спасибо, вы так красиво написали. Вам всего того же желаю. Девочки, ну, вот знаете, я вам предлагаю... Смотрите, вот я не ответила ей, и ей тоже обидно. А я почему не ответила? Значит, я не хочу отвечать. Вот. Не хочу, есть какие-то вопросы, на которые и есть ответы, но не хочется их давать. Как у вас дела? Ну что, здравствуйте, как у вас дела? Дела, а вот варю себе супчик. Да, да, есть такие вампиры, и мы не должны просто на них обращать внимание. Машуля меня, когда фотошопит, она мне даже, по-моему, шею разглаживает, потому что я смотрю сейчас шею. Хотя я вышла к вам в эфир и намазалась каким-то Машенькиным кремом специально. Вы знаете, потому что у меня, когда я встаю, бывает прям лицо такое сухое, морщинистое. Мне сестра всегда велит мазаться. Оля, всегда мажьте. Она мне говорит, кремом я быстро к вам, естественно, причесалась и намазалась. Так, не пишите глупости, пожалуйста. Добрый день. Я сама. Так, девочки, мои хорошие. Ну, давайте, давайте, она, это, не будем на нее обращать внимания. Да, а что случилось, почему? А, да так, ну, было, чего было. Еще тема не по-хорошему будем общаться. Благодарю. Да. Суп не смотрю. Я с вами разговариваю. А, может быть, он даже сварился. Вы знаете, у меня такое чувство, как только он сварится, я, конечно, сяду поесть, потому что, смотрите, время 6 часов. И знаете что? Я себе вчера разорилась. Купила. Маша, конечно, ругается, что зачем, потому что она же не ест. Сейчас я сейчас покажу вам. Маша, на дне рождения. Ой, спасибо, моя дорогая Оленька, спасибо. Спасибо, смотрите, Оксана. Оксаночка пишет. Ногти, Зара, Кристина, Людмила, Алена, с Мишей. Прекрасно. Олеся, лапочки. Ну что это такое? Копаева, привет, привет. Даже морщинками. Ну, вот я лично, знаете что? Я себя принимаю. А Маше хочется, чтобы я была молодая, красивая. Конечно, когда я вот сразу собираюсь куда-то, я, естественно, я делаю сама себе прическу, могу там подстричь, что не нужно. А Маша берет покрасить. Надо, кстати, у меня старая тушь. Я покрашу, когда у меня еще ресницы есть даже, представляете? Это их не видно. Я иногда хочу покрасить. Покрасить хочу иногда в парикмахерской. А потом думаю, ну ладно. Так, стресс вредный. Я знаю, что стресс вредный, но что делать? Сестра старше вас? Ну, она чуть-чуть старше, практически мы одногодки. Практически. Что-то года два разница у нас. Ой, спасибо, Наташенька. Ну, я знаю, что ты. Настейша, Лолберил. Ну, это мои все. Тамина. Спасибо, я рада быть вашей подписчицей, Ниночка. Нина Мусаникова. Ниночка, спасибо. Ну, вот я, знаете, я иногда смотрю, Машеньки, кто Машеньку отмечает, я сразу смотрю, и что вкусненько? А, вкусненько, сейчас покажу. Ой, Ириша, погода, ну, просто солнце светит. Вов, можешь уйти пока? Ну, Вов, ну сойди. Ну, давай, я тебя сниму. Нет, сниму. Вот еще ножку, он может ножку сломать. Он старый уже у меня. Так, Вов, смотри. Сейчас, смотри. Вы знаете, я боюсь, что у меня телефон может, телефон сорвать. И тогда мне так жалко будет мой телефон. Сейчас покажу вкусненькое. Покажите нам, сейчас покажу. Сейчас, секунду, я одну вещь там выну, чтобы вы не это... Сейчас, вот, стой.
я, ну, просчиталась. Значит, смотрите, я купила себе, вот получилось в коробочке 4 пирожных лежало. Смотрите, значит, вот это Наполеон. Вот это мой любимый, как же он называется, кофейный, что ли, я забыла. Ну, наверное, кофейный, по-моему. Вот это вот торт малиновый, кстати, вкусный. А вот это оказался торт медовый. Когда я его съела, у меня же аллергия на мед. А там, видимо, мед плохо. Или он мало... Потому что я сама раньше пекла медовый торт. Просто такой вкусный. Ум отъешь. Там у меня было коржей 7, 8 или 9, как Наполеон. И... Ну, что-то там с медом было связано, я не понимаю. Наверное, в тесто кладется мед. Наверное, в тесто клался мед. Тетечка, что купила? Я показываю. Вот, смотрите, вот я купила. Вот. И вот я купила эти пирожные. Ну, значит, вот этот мне вообще мед, от меда мне стало так плохо, я чуть не умерла. У меня начались боли такие, потому что мне нельзя. Наши звездочки, Наташ, спасибо. Вы на улицу пойдете? Ну, конечно, пойду. Пойду. А где заяц с печи? А он в другую комнату пошел к друзьям. Там Маша, Мишка, еще что-то. И мы когда делали вот всю эту генеральную уборку, сняли, отнесли. Привет, Кухаева. Айгуль, привет. Знаете, у меня немножко насморк сейчас. Ну, я даже, знаете, пила амиксин в этот раз. У нас жарища, аж плохо, да? Опять, ну что купили-то? Ну, я же вам показала. Ну, что купила-то? Вот, я говорю, я такое купила и показала. Вот, еще раз показываю. Ну, пахнет хорошо очень. Очень хорошо. Хорошее пирожное. Все ждут. А, да, вот пирожные я купила, а все ждут, что я что-то купила. Конечно, я ничего не покупала. Я вообще никогда ничего не покупаю. Я не люблю. Я могу примерить, напримеряться. Вот Маша мне купила, вы же видели пижаму. Могу показать, если хотите, надеть пижаму. Не пижаму, а пижамный костюм такой. Хотите показать? Покажу вам. Пойду надену. Даже ради вас смогу надеть. Но только вам ждать придется, когда я надену. Понимаете, в чем дело? Здравствуйте. Скажите, почему вы не варите борщ, пельмени, не стряпаете? Ну, борщ я варю и варила недавно. Как-то варила. Просто я же вам не все показываю. Если бы каждый день я показывала, что я делаю. Я и котлеты делаю. Сейчас я купила кусочек мяса, буду делать бифстроганы. Могу показать, когда буду делать бифстроганы. А почему Маша ругалась, дорогие? Когда? В тесте мед, да. Вот, наверное. Без химии. Вкус вил. Ну да, наверное, Маша там что-то покупала. Ну, вот, значит, так, смотрите. Ой, у меня, знаете, когда я... У меня от меда с детства, у меня прямо вот опоясывает. Все, опоясывает. Не могу. За торт Маша ругалась? Ну, чтобы я не ела. У меня на мед аллергия. На мед и на желтки такие, знаете, вот желтки, которые жидкие. Если я, например, вкрутую варю яйцо, мне нормально. Но если я варю вот такую всмяточку или яичницу, белок ем с удовольствием. Очень люблю. Так, все, я ничего не вижу. Если я пойти к нему. Так. Так вот это, по-моему, она и есть. Ребята, посмотрите. Вот эту... Вот она-то мне, по-моему, и писала опять. Пишет. Вот знаете что? Я вам так скажу. Я по молодости, не по молодости, я прожила 45 лет с мужем. И я пекла пироги через день. Торты пекла разные. Я столько тортов знаю, рецептов. И я пекла столько всего. И лакомку из ватрушки, и медовый торт, и Наполеон. Где купила? Да, наверное, во всем континенте. Или как он, Спар. Вот,
пекла пироги с сомом шикарные, с луком, с яйцами, с капустой, с яйцами. Господи, что я только не делала. Но вы знаете, это если, например, готовить на семью, на всю, на большую, может быть, это и нужно. Ой, Господи, мне уже глаза устали. А если мне одной, мне не нужно. Я супчик поем, и, или там Маша никогда не ест. Слушайте, вот это она. Нет, все. Вот знаете что? Я вот ее не хочу больше видеть. Никогда у себя. Вот никогда. Так, сейчас я посмотрю, это она или не она. Она. Так, сейчас. Ах, просто, ладно. Знаете что? Вот я ее убрала. Она мне писала, писала. Ну, сколько ее терпеть можно, правда? Ну, вот она мне... Что вы ревете? Во-первых, я не реву, а у меня глаз зачесался. Она вот хочет гадость, и она, видимо, хотела, чтобы я как-то среагировала. Я среагировала. Я просто ее убрала. Я не люблю. У меня лучше меньше подписчиков, но золотые. Здравствуйте, Карин. Здравствуйте, моя дорогая. Ну что, надо посмотреть. Да, Наташенька, я уже ее в блог поставила. Уже все. Ее уже нет у меня. Она может выйти под другим ником, но этого не будет больше у меня. Ну, пускай выходит, мы ее опять заблокируем. Так. Посмотрела Машин сторис, как у них все душевно, хорошо, жалко, что вас с ними там нет. Ой, я сама расстраиваюсь. Я всегда так замечательно у них сидела. Ну, мне очень нравится, они мне очень нравятся. Вот, знаете, семья хорошая. Я вам еще раз хочу сказать, я могу много вам, ну, не все говорить, но там отец выдающийся человек. Ну, не все расскажешь. Сейчас можно я пойду на секунду посмотрю? Супчик, правда. Вова, смотри, не стряхни мне телефон. Марья, ты можешь, я знаю. Сейчас попробуем супчик свой. А что это я пошла без вас? Сейчас я выну телефон вот так, тихонечко. Раз. Все, без этого взяла. Вов, подожди. Сейчас я вам и суп покажу свой. Сейчас. Вот он, дорогие мои. Вот, смотрите. Видите, какие лошади. Ну, ничего. Вот у меня там морковка, лаврушка, картошечка, видите? Ну, такое все диетическое, ничего не жареное. Смотрите, вот все. Видели, дорогие мои? Так, Алекса, сейчас я. Глаза у меня немножко больные. Они не грустные, а побаливают. Чуть-чуть. Видите, они как бы, ну... Оленька, почему бы так? Уже минут 40 варится? Вот мы вас любим, пишет Найс Вика. Спасибо, 007. Вы знаете, у меня 007, это очень хороший, ну, родной человек у меня под этим ником есть один очень, очень. Вы знаете что? Ну вот я хочу только капусту сейчас попробую. Если капуста готова, то все готово. Я ее. Молодцы. Все, вы сказали мне правильно. Готово. Выключаю. Как же вы вспомнили, а? Минут 40 варится. Какие вы у меня золотые. Молодцы. Вот вы обратили внимание, какие все золотые у меня подписчики. Маша, вы потом узнаете. Все, вот все уже знают, Оленька, потому что Маша на дне рождения своей подружки, у которой празднует 30-летие. Ну, дорогие мои, давайте я с вами попрощаюсь. Всех очень люблю. Спасибо, что были со мной. И приходите ко мне еще, потому что вы все у меня очень хорошие. Мне с вами очень приятно было поговорить и так, повидаться со всеми. Ну, как бы я с вами вижу, даже я вот вижу, когда вот Рита,
Какая Рита? Вот я вас не очень еще помню. Риточка Парсун, да? Ну вот очень приятно. Я всех постепенно узнаю. Я тоже с вами готовлю перец фаршированный и домашнюю лапшу куриную из домашней курочки. Ой, это у меня так свекровь готовила. Вообще. Именно домашнюю лапшу. Спасибо за эфир. Оля, а там еще и капуста. Да, я в этот раз сварила. Обычно суп с рикадельками варю, знаете, как картошка, вермишель. А тут я по-другому сварила. Как, ну, такой летний. Очень вкусно. Ну, в общем, я вас люблю. Всем большой привет. Всем удачного, хорошего воскресенья. Не переживайте ни за что. Люблю.